Привет, друзья! Вот мы находимся в Девине. Посмотрите, какие чудесные скалы, освещены вечерним солнцем. Как здорово! Вот такая приблизительная красота. Как природа богато одарила Болгарию. Такие красивые виды. А вот здесь вот проходная завода Девин. И вот отсюда выезжают вот такие грузовиканы. Огромные, возят воду Девин по всей Болгарии. Здесь находится завод Девин. Вот это вид на Девин. Вот так на горке. Они тут все стоят. Центр был красивый. Сейчас мы через мостик переедем, и мы поедем отдыхать. Мы решили после путики отдохнуть в городе Девин. Первоначально мы не планировали останавливаться в этом городке, но нам здесь понравилось, и мы решили задержаться. Люди живут своей жизнью. Школьники ходят в школу, дети постарше в училище. И мы сейчас повернем на мостик. Да, у нас здесь красиво. Здесь направо сразу. Да. А здесь арбузы у них тоже есть. Да, что? Фруктов? Ну, можно с собой-то. Вот этот, наверное, отель где-нибудь здесь. О, смотри, как красиво. Вот отель Орфей. Вот классно. А нам надо как-то покрутиться. Так, вот наш отель Девин. Но никого тут нет. Снятие на ресепшн иметь или да? Персонал? По-русски говорит? Да. Подождите. Отель Девин. Ну, в общем, вот такой у нас красивый номер. Прекрасно. Вот у нас такая кроватка. А здесь очень оригинальные светильники. Просто вот смотрите, какая прелесть. Очень оригинально смотрится. Вот так. Дизайнерские решения. Прекрасно. Ну вот теперь посмотрим ванну. Я уже сразу оделась для спа. У нас вот такие халаты чудесные, тапочки. Все есть. Так, ну вот ванная, ничего особенного. Так что отель вот такой, но фен есть. Мы были только что в другом отеле, там фена не было. Слава богу, здесь хоть это есть.
Ну, а в этой части у нас два кресла. Вот такое рабочее место. Холодильник, телевизор. Ну и прихожая. Ничего особенного, как говорится. Ну, не считая еще, конечно, здесь есть кондиционер. Слава богу, что он не общий, а отдельный. Хоть не будет шуметь по ночам. Так вот у нас не до 16, не до 19. Невыдаемо. А, мы идем сначала в туалет. Вот здесь тоже туалет. Туалет для всички хора. Так, на воды. Где? Ужас. Это просто зеркало. Это ресторан «Болгарское село». Работает до часу ночи. Интересно, как он сегодня работает. У нас ведь нет воды. Вот такой интерьер. Добрый день. О работе ресторан? Да. А мы же на улице, да? А как вы без воды работаете? На улице не прохладно. И я не знаю. Будем здесь. Тебе не холодно? По-моему, тепло на улице, правильно? Тебе нравится? Просто я вот это 16 лево. Ситуация, она мне не нравится. Так а это никому не нравится. Я думаю, что во всем городе нет воды. И что? Ну, она сказала. Ты думаешь, что только у них, что ли, нет? Нет. Так, ну что у нас тут? Свинские ребрышки 12,95 лево. Ну, цены, я смотрю, такие, не дешевые. Но мы ничего свинского больше не едим. Есть рыба. Свинский брат. Очень много мяса. Очень много мяса. Вот есть десерты. Катма. Бисквитная торта. А. Так, спагетти. А, вот тут много всяких пицц. Пицца 7 левая. Ну, чё? Здравствуйте. О, здравствуйте. Прислали на русскоговорящем, мы болгарский разбираем. Чуть-чуть. Да, хорошо. А скажите, что у вас есть такое свежее? Мяса не надо. Качмак с яйца. А что как качмак? Полента. Мамалига. Мамалыга? А, понятно. Мамалига. А бататник? Тоже это что-то, крупа, да, какая-то? Картофель, яйца, чиз, сирене. Я такой буду. Вот это. Бататник? Да. Одно? Одно. Нет. Пицца есть? Нет. Пицца? Нет. Там пицца вот нет. Няма пиццари. А, понятно. Так, а что ты тогда будешь есть? Пастырва. Это рыба, да. Ага. Ну, тогда пастырва и это вот то, что я сказала. Бататники, пастырва. Да. А салат какой-то у вас есть такой легкий? Салат. А вот баклажан, зеленчуц? Зеленчуц, да, наскара. Наскара не хочу, наскара. А давайте вот мне вот этот еще язык. Телешки язык? Да. Он мягкий. Окей. А попить я буду кока-колу, а ты что будешь? А я куплю вино, наверное. Можно чашу вина? Можно. Белый, червено, розе, червен. Природа, посмотри, какая. Классный. Ну, такой классный. Здесь, смотри, отель хороший, интернет есть, и телевизор есть. И вон там бассейн, мы сейчас посмотрим. Вот такое блюдо. Забыла, как называется. Но, а это просто язык. Говяжий. Поэтому
Ничего такого. Зато какие тарелочки у нас красивенькие. А Витя сейчас будет есть рыбу. Но пока ему еще надо подождать. Такой у нас ресторан, да. Когда сготовим, тогда и принесем. Да, мы вскрыли это дело. Это картошка, макароны и сыр. Ну, такое вот калорийное блюдо. Такая у нас рыбочка. Увидите. Сейчас мы посмотрим, как он это аппетитно съест. Ну, а мой пирожок уже половины нет. Народ еще там ходит в бассейне. А что, еще не 8 разве? Вот в этом отеле есть спа, и мы решили пойти в спа. А что это перед нами? А перед нами вот что. Перед нами лифт. И мы идем в спа. Так, все. Мы приехали. Будь нежен, что значит туда? Добрый день. Вот тут хочу поснимать, какая вода. Вот сейчас видно. Там бассейн 76 градусов. Да? Яйца варить. Ну, сейчас сначала здесь, короче. Ну, я попробую, мне у меня яиц нет. Здесь у нас два туалета. Так, ну все, вот мы пришли в бассейн. Но, по-моему, так просто туда не войти, тут же стекло еще. А, тут вот для мужчин облекальня, то есть переодевак. Здесь для женщин. Ну и все, и можно заходить. Сейчас мы зайдем внутрь. Вот работное время с 9:30, а сейчас 9:30 до 8. Так, от окна. Здесь очень тепло. А, вот сейчас я посмотрю, какая температура воды тут. А тут еще есть детская секция. Глубина на 7 метров бассейна. Какие есть бассейны? Улица? Как холодно. Холодно, холодно. Ну, холодный. Не. Добрый день. А, вот тут. Вот сюда. Супер. И здесь горячая вода? Это 100% минеральная вода. Сюда 50% минеральная, 50%. Понятно. Спасибо большое. Как классно. Иди, иди, здесь минеральная вода. А там, здесь 100%, а там 50 на 50. Здесь мы... Один день уже поедем в Арну. Тоже. Вы тоже в Арну, да? А вы были в Велинград? Нет, не были. А Велинград там тоже? Там есть минеральные бассейны? Да, которые дети осень. Ой, ужас. Там действительно были яйца. О, вот оно. Водопад. Все, полотенце у меня на голове. А смотри, как оригинальные посадки какие. Но это искусственные, а могли бы быть натуральные. А мы сходим, посмотрим, что там. Ну, просто посмотреть. Почему-то не работает. Вот все тут открыто. Шарлов какой-то групп. И тут, видимо, есть и бани, и релакс. И вот, пожалуйста, тебе релакс. И тебе водичка. А, вот тебе хамам. Вот тебе баня. Вот, хочешь баня? Вот тебе банька.
чистенькая такая, хорошенькая банька. Знаешь, сколько градусов? Сколько? Да, ладно, врать-то. Там нет никаких 70, здесь место для отдыха. А вот еще одна сауна, смотри. Да. А вот это, кстати, горячее, можешь зайти. О, мама дорогая, здесь жарко реально. Хочешь сауну? Ну, после сауны надо куда-то идти. Да. А вот это, наверное, хамам. А, ай, точно. Ужас, здесь пар. Да, все, уходим. Как здорово. Так что вот такой здесь прекрасный спа. Можно тут, и тут, и тут. Сиди. Да, все работает. И никого нет. Поразительно просто. Все бани горячие. А здесь, пожалуйста, ничего не надо. Все уже включено. Даже если это будет за деньги, все равно оно работает. Не надо ждать, не надо ничего делать. Hello. My sauna. Ай, супер. Наша экскурсия закончилась. По спа. Надо еще спить немножко, отдохнуть. Вот. Мы уже накупались. И идем домой. Вот такой у нас лифт зеркальный. Добрый день. Добрый день. Как вам такой вид из окна? Это Девин. Маленький городок в горах. Симпатичные домики, красивые горы. Все живописно. А это снизу рабочий приехал, который строит этот дом. Крыша. Да, крыша, город, стенки. Вот тут отель рядом красивый, тоже бутик. Бутик-хотель. Видно Девин, а мы покидаем этот город с минеральными бассейнами. Здесь тоже есть на открытом солнце. Вот эти цветочки. Вот удобство для инвалидов. Можно спокойно ехать. Из окна смотрится таким курчавым. Ну, немножко какой-то заброшенный. Да, может, немножко. Может быть, на первом этаже. Да, может быть. А вот так красиво там перспектива. Выезжаем из отеля. Вот так весь город на горках. Супер. Вот город на холме. Вот община Девин. Здание общины. Мы у нас отель рядом с зданием общины Девин. Ну, это такой, видимо, самый центр. Вот наш отель Девин. Ну, что неплохой отель. Ой, собачка пришла к нам. К нам пришла бездомная собачка. Нам надо ее покормить. У нас есть? Да. У нас есть где-то мясо. Осторожно, не наступи на собаку. Это мясо. Не просто так. Это свинины кусок. Я не смогла разжевать в ресторане. Но у нас наша куча теперь разжует. Да? Молодец. Ты пришла спасибо сказать, да? Ну давай, не бойся. Трусливая. Осторожно, там машина. Эй, стой. Вот главная площадь Девин. А здесь что? А здесь парк. А нет, здесь река Девин. Так, ой, кошка, не задавливай кошку.
А здесь мы едем опять на эту ужасную дорогу. Все. Отели смен. Мы могли бы тоже тут остановиться. А вот тут и ресторан. Ну так он колоритный такой отельчик. И место здесь такое классное. Вот. Мы нашли источник с водой. Да, раз Стефана Румяна и Баян. А вот тут вот ящерка. Да, вода вот так капает. Практически ее нету. Сейчас я попробую, какая она. По-моему, вкусная. Давай накапаем бутылочку. Давай. Она холодненькая такая. Вот ящер. Я пойду туда, по дорожке. Мы сейчас наберем воды там. Вот еще один источник, который мы нашли. Здесь хотя бы как-то струйка течет. Там, где я, там просто капало. Ну, слава богу, мы сейчас наберем свои 3 бутылки. На узких дорожках, а такое сильное движение у нас. Так, ну что, вода набирается, все хорошо. Вот. В самом жарком месте мы нашли камыши. Здесь образовалась такая канавка. И вот камыш, пожалуйста, вон. Вот он. Ему жара, не жара. Наша короткая остановка в Двине завершилась. Спасибо, что путешествуете с нами. До новых встреч!